И в продолжении медицинской темы. Ежегодно 14 июня в разных странах мира отмечают Всемирный день донора крови, в том числе и в России. В этот день мы выражаем благодарность людям, которые добровольно и безвозмездно сдают свою кровь, необходимую для спасения человеческих жизней. В пятницу на Тверской областной станции переливания крови прошла акция, приуроченная к этому дню. Почему тверичане становятся донорами, узнала наша съемочная группа. В Международный день донора в Тверскую областную станцию переливания крови пришли десятки людей. Это и мужчины, и женщины разных возрастов. Ольга стала донором по воле судьбы. 4 года назад в интернете она увидела объявление, что женщине требуется срочно третья отрицательная группа крови. Была авария, в которой беременная девушка страдала. У нее была третья отрицательная, поскольку у меня отрицательный резус-фактор, поэтому я откликнулась. Помогать людям всегда важно. Поэтому кто, если не мы? Андрей приходит сдавать кровь в 15-й раз. Молодой человек с детства мечтал помогать людям. В армии вместе с товарищами они решили стать донорами. И уже около 4 лет вместе ходит и сдает кровь, чтобы помогать людям в ней нуждающимся. Я вот уже ходил в армию, сдавал там, начал сдавать там кровь, первый раз сдал. И все, вот и пришел с армии и начал вот сдавать кровь. Ну, помогать людям, вот мы решили как бы друзьями. Такой вот сплоченный коллектив там, и все, вот, и у нас пошло-поехало, и все, вот мы сейчас вот дружно сдаем тоже кровь. А Дарья в этом году впервые решила сдать кровь и стать донором. Девушке 24 года, она инженер-строитель автомобильных дорог. Очень важно. Нужно помогать людям всегда. Много в интернете написано про то, что нужно сдавать кровь, помогать людям, как бы я решила задуматься и вот прийти. Ежегодно донорами впервые становятся около 25-30% жителей региона. Для Тверской областной станции переливания крови это очень важно, ведь надлежащее снабжение может быть обеспечено только благодаря регулярному, добровольному и безвозмездному донорству крови. А потребность в ней и ее компонентах есть всегда, рассказывает главный врач Тверской областной станции переливания крови. Ведь каждый день в Тверской области переливается около 16 литров крови. Всегда стараемся поддерживать этот объем запаса. Сегодняшний день порядка 300 доз эритросодержащих компонентов крови, порядка 2000 доз плазмы и есть тромбоцитный концентрат. Мы не знаем, что будет завтра, мы не можем спрогнозировать такие вещи. Ну, так бывает в жизни, и поэтому, да, действительно, мы должны определенный запас иметь и постоянно его обновлять. В Тверской области 4760 почетных доноров, по данным, на конец 2023 года. Это те люди, которые совершили кровоотдачу более 40 раз или 60 раз дали плазму крови. Почетный донор – это почетный человек, который имеет социальную защиту. Ежегодно они получают социальную выплату в размере около 17 тысяч рублей, имеют приоритетный порядок для обслуживания в медицинских организациях и санаторно-курортном лечении.